В целом, конечно, я видел, что же отворачиваться от этого невозможно, тем более, что Соединенные Штаты остаются великой державой с известными возможностями в сфере экономики, безопасности, в сфере военного дела, и США член Совета Безопасности постоянный, конечно, такое влияние имеет на ситуацию на Украине. Конечно, не безразлично, что там происходит, но это их, собственно, внутреннее дело. Вы знаете, то, что господин Трамп, как кандидат в президенты, заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно. Я не знаком, разумеется, с его возможными предложениями по поводу того, как он собирает это сделать. И это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне, и мы это поддерживаем.